Re, viss ēters ir te. На этой неделе ни дня без новости об учителях. Новая модель оплаты труда вступила в силу. Учителя получили первые зарплаты, и для некоторых это стало ударом. Особенно, по мнению профсоюза, пострадали опытные педагоги, которые работают в государственных гимназиях, не только в Риге. Параллельно парламент отдал на рассмотрение комиссиям скандальный законопроект «Увольнять нелояльных учителей». Интересно, критиковать новую модель оплаты, ругать министра – это нелояльно? Тогда учителям надо смириться и молчать. Кого хочет получить министр образования Карлис Шадурскис? Запуганных и совсем согласных педагогов? Тогда кого эти учителя вырастят из детей? Тоже серых и безмолвных? Согласие попросило отставки министра образования. И тут понеслось. Коалиция – оппозиция, Сейм – Рижская дума, Шадурскис – Ушаков. От реальной проблемы все внимание перенеслось на политические дрязги. И, как это обычно бывает, под шум тихонечко принимаются самые губительные законопроекты. А ведь проверку на лояльность сначала можно опробовать на учителях, потом пойти и по другим профессиям. Начать с чиновников, закончить журналистами. Все лояльны, нет недовольных, никто не критикует. Доблестно и рьяно трудятся на благо страны. Кажется, когда-то это уже было.